Итак, на вашем сайте обнаружен потенциально опасный код. Проверяем сайт онлайн антивирусом и выясняем, что на странице выполняется непонятный JavaScript, а попросту malware, редиректящий трафик с вашего сайта на подставные для накрутки посещаемости. Понятное дело, что поиском по коду страницы вы ничего не найдете. Скорее всего, вредоносный код прописался в index.php. Вот так выглядит чистый файл для WordPress. А вот так выглядит зараженный. Для Drupal, Joomla и прочих CMS код будет тот же самый, так как он заражает все без разбору. Вычищаем файл и оставляем заявку на перепроверку сайта. Остается вопрос, как же вирус попал на страницы вашего сайта? Первая мысль – дыра в безопасности движка сайта. Однако чуть позже удалось обнаружить странные подключения к сайту по FTP. А FTP-доступ с движком не связан ну никак. Учитывая, что сам я, во-первых, использую сложные пароли и никогда не храню их в открытом виде, а во-вторых, редко захожу по FTP, то, скорее всего, пароли слил сам хостинг-провайдер. Так что меняем все пароли, причем не только на FTP. Ну и на всякий случай апдейтим движок сайта до последней версии.